Па-п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 а. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, канал Куплинов Плей, а это снова симулятор ассистента Морговика, соответственно. Короче, написали в комментариях мне, что игра у меня действительно забаговала в прошлой серии, потому что ничего не происходило, я не делал то, что нужно делать, и из-за этого, скорее всего, игра сломалась и не понимала, что вообще ей от меня надо. Или что мне от нее надо, я не знаю, одно из двух. Короче, смысл. Были и на почту письма, были и на... в комментариях сообщения. Смысл в чем? Смысл в том, что, во-первых, свет можно было включать где-то на выключателях, это раз. Во-вторых, смысл в том, что... вот выключатель, вот, отлично. Давайте, пока везде есть свет, я сейчас быстренько посмотрю, где все выключатели находятся, потому что вот здесь выключатель очень сложно найти, где он. Ага, вот он, окей, он за этой стеной. Короче, смысл в чем? Смысл в том, что... Я сейчас вообще, у меня какой? Что у меня происходит? Подожди, пойдем посмотрим, сколько у меня пациентов, во-первых, обработано, а во-вторых, будем думать, что дальше. И потом я все расскажу. Так, рекорд систем. Окей. У меня третий пациент. Собственно, в чем соль? В чем соль? Соль в том, что... Что опять что-то началось. Короче говоря, бумажки, которые мы берем вот здесь вот, они сгорают именно там, где появляется символ. Символы нужно запоминать и записывать. С помощью символов мы можем узнавать имя демона, который, собственно, сюда приходил, через вот эту базу данных. Код к базе данных находится у нас на карточке. Но мы его находили у карточка врача. Карточка врача, код 6290. Хорошо, 6290. Пойдем сразу ведем, пойдем сразу попробуем. 6290 код. Поехали раз. 6290. Enter. Работает. Работает. Значит, очень сложно все выглядит. Что такое NS? Identifying demonstrationensis. А, это короче... Ну-ка, что это? Видос какой-то? Секундочку. All right. This working? Окей, работает? Yeah. Да. This thing is huge. So, I guess, this is David. Raymond, this feels insane, but... Окей, я думаю, это Дэвид. Что-то там выглядит как-то не очень. Times now, but let me see if I can get in here. Отлично. Он показал нам ноги Дэвида, это прекрасно. Это прекрасно, а картинка замечательная, прям да. А, в смысле, это еще не закончилось, что ли? Да отстань ты стучать-то, ну серьезно. Короче, да. Блях. Можешь, пожалуйста, так не делать? Можешь, пожалуйста, меня не отвлекать? Прекратите. Пожалуйста, прекратите, не стучите. Нет, твою мать. Серьезно? Окей. Так, вижу выключатель. Вижу выключатель, ладно. Так, вот это я сейчас подобосрался маленечко. Короче, блокнот. Блокнот. У меня сейчас рисунок круглый. Рисунок круглый, ну типа, знаешь, как рожок. Как рожок без мороженого. Типа как мороженое в рожке, но без самого мороженого. Это означает, что у меня сейчас непонятно. Возможно, вот эта стадия. Возможно, вот это. То есть это три стадии захвата демоном тела главной героини нашей. То есть, когда начинается вот это, значит, мы уже все, значит, скоро плохая концовка будет. Это раз. Дальше. Это запись непонятно чего. Это он нам показывает, какие демонические, собственно, опознавательные знаки могут появляться на трупах. Вот это вот. Это, я так понимаю, для обозначения... А, это то, что нам показывали. А здесь-то от чего? Ты что меня обманываешь, скажи, пожалуйста? Quarter letting. Подожди, это все описания чего-то... А что так медленно база данных у вас работает? Что за говно? Вот это что? Вот это, скорее всего, про имя демона, которое нам предстоит узнать, правильно? Исследование. Вот, отметка. То есть реагент — это тот, который мы наливаем, чтобы демон остался в трупе, если мы правильно его нашли. Кроме того, путем нахождения четырех отметок на стенах мы выкладываем правильно...
Мы, короче, ладно, не отвлекаемся. Мы узнаем правильное имя демона. Вот. И, соответственно, отправляем его на сжиг. И тогда, если мы его сжигаем, то это хорошая концовка. Судя по тому, что у нас сейчас происходит, я не знаю, какой это круг конкретно. Но это не очень похоже на то, что мы, соответственно, сейчас видели. Так это с каким-то вот... Это с какой-то херней посередине. Давай посмотрим еще раз внимательно. Это вот, вот это примерно. Да. Не знаю я, что конкретно. Desolation. А, подожди. Это типа то, как мы должны имя демона, что ли, найти? Серьезно, что так сложно-то? Подожди, это очень сложно. Это мы, наверное, должны понять, какая у нас конкретно картинка. Потом зайти в раздел демонов, потом найти, какие правильные у нас символы, и потом найти его имя. Правильно, что так получается? Пока непонятно. Ладно, давайте смотреть, давайте пробовать. У нас сейчас в любом случае концовка будет плохая, потому что... Ага. 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 Окей, а первый символ — это крючок с двумя палочками. Крючок с двумя палочками, допустим. Где такой крючок с двумя палочками? Вот он. Вот так, допустим, сюда. Хорошо. Еще есть такое? Пойдем еще посмотрим. Я в прошлый раз это вообще не увидел. Я потом на записи досмотрел. Я увидел, мне писали, там на полке появился символ. Окей. Ага, ага, ага. Второй символ. Какой-то перевернутый, отзеркальный твердый знак. Хорошо. Типа как буква Б, маленькая английская, но еще с какой-то хуйней сверху. Это вот оно. Это вот оно, допустим. Подожди, а без разницы, в каком порядке я это делаю? Или есть разница? Чего у меня там было сейчас сначала? Так, подожди, я потерял. Значит, Т. Вот эта вот херня. Так, здесь такого нет, назад. Подожди, а вообще есть разница, куда я сверху кладу, куда я снизу кладу? Т какая-то херня. Так, ну здесь... А, вот, Т какая-то херня, секунду. Т... А куда это все писать, я не понимаю. Я вот этого вообще не понимаю. Так, давай еще раз посмотрим. Давайте найдем все четыре знака хотя бы. Уже будет хорошо. Поехали искать все четыре знака. Мы в любом случае... Ага. Мы в любом случае уже сейчас. Так, а вот это получается буква Х, H, маленькая, чуть-чуть наклоненная. Х, маленькая, H, чуть-чуть наклоненная. Хорошо, давайте смотреть. Так, Х, буква H, чуть-чуть наклоненная. Вот она. Окей, сюда ее, допустим. Я не знаю, есть ли вообще, есть ли порядок вот в этом. Вот, действительно, уже к какому-то порядку приходить или нет. Давай. Друган мой приехал, хорошо. Но он, блин, серьезно, это же главный скримак всей игры, он появляется только второй раз. Это нечестно. Это нечестно, и это плохо, на самом деле. Это очень-очень плохо. Так, все, смотри, больше символов нет. Четвертый символ отсутствует. Правильно? Я не понял до конца, могут ли эти символы со временем меняться. Но как бы если демон-то у нас один, то почему бы вдруг этим символом меняться, пока не ясно. Кроме того, нам нужно правильный определить труп, в каком действительно сидит демон. Но скорее всего у нас демон сидел во втором. Или в первом, подожди. Нет, он сидел в первом, потому что первый вставал 100%. Вот этот вставал, и этот, по-моему, открывался. Скорее всего, все дело в нем. Вопрос, каким образом найти нам имя. Так, ладно, поехали, поехали смотреть. Значит, ротатируем. Ротатируем две родинки, это было. Хорошо, ротатируем две родинки. На лице, на голове у нее, по-моему, ничего не было. На руке тоже, по-моему, ничего не было. Нет, в руке были пятна какие-то, хорошо. Здесь что? Здесь на ногах, по-моему, ничего не было. Нет, вот ноги что-то есть. А это, кстати, последняя отметка. Да, here we go. Так, а значит... Ну-ка я еще раз возьму эту бумажку. Тут еще, по-моему, к нам бабка должна прийти в гости, но пока неизвестно. На улицу я не пойду, скорее всего, на улице все это... Нет, на улице это точно не может появляться, потому что если на улице появлялся символ, там темно, я бы его не увидел. Я вряд ли думаю, что мы сможем вырулить на хорошую концовку, если честно. Потому что, ну, это как-то так себе. Ну да ладно. Так, пока закроем, пока пойдем в рекорд систем. Значит, третье энтри. А вот это линч. Блять.
Шел, какой он страшный. А, так, Airshoulder. Airshoulder, мол-мол. Airarm. Airarm вот это вот. L-Leg. L-Leg вот это вот. А, все, 4 из 4. 4 из 4, submit. Поехали печатать. Поехали печатать, пока печатаемся, прогуляемся с бумажкой. Нам бы сегодня хотя бы одну концовочку посмотреть. Вот я все-таки думаю, что демон в этом трупе, нужно его сжигать. Но для того, чтобы его сжечь, нужно, во-первых, его имя найти. И положить, и все вроде как. И как бы вроде все. Пока непонятно. Так, ну скриберов с самого начала серии стало куда больше, это 100%. Так, репорт есть. Репорт есть. Дальше что нам нужно? Нам нужно поднять и посмотреть Needle Injections. Так, это у нас иголки. Это у нас вколотить ему этот какой. Вколотить ему... Нет, не трокар. Put away. Ну, put away же, нет? Зачем ты взял трокар мне, скажи, пожалуйста? Трокар мне не нужно было брать. Нужно взять иглы. Вот эти вот. Есть. А, уже есть, хорошо. И нужно взять... вот это вот нужно взять, да, окей. Хорошо, у тебя уже есть. Ну, поехали обрабатывать. Поехали обрабатывать. Сейчас, если где-то появится третье имя, я попробую все-таки в первого привести сюда. Положить, собственно, эту табличку на него. И попробовать его сжечь. Возможно, что-то получится. Не факт, конечно, но будем стараться. Так, раз, дальше, глаза. У меня в прошлый раз как раз-таки здесь все и зависло, потому что я вообще, судя по всему, ничего правильного не делал. Но я в этом не виноват. Я в этом не виноват, потому что игра на английском, она мне сложными терминами медицинскими пытается что-то объяснить. Я в этом не разбираюсь. Так, дальше что? Дальше что? Еще одна. Есть где-то подсказка мне, нет? Последний символек-то дайте, пожалуйста, алло. Он, кстати, последний символек-то, может быть, и был бы, но он где-то, возможно, закрыт, кстати говоря. То есть его бы сейчас желательно посмотреть на дверях на каких-то. Здесь нету. 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 То есть он реально, он может появляться из закрытой стороны. И вот это самое напряжное, потому что... Хорош! Ай-яй-яй! Ты кто? Ой, а я кто? А я чё упал-то, я не пойму. Алло, а чё я упал-то? Ладно, жопе покатаюсь. Не страшно. Окей. Так, ну я буду кататься на жопе, судя по всему. Что происходит вообще? Я тут ни при чем. Так, я ищу третий, четвертый символ. Три символа у меня есть, четвертый. Но я поехала. Все, походу, забаговалось прям жестко. Так, она ушла. А можно меня в компьютер, а потом обратно в нормальную анимацию пустить, пожалуйста? Спасибо. Спасибо. Так, дайте. Как много скримеров-то здесь? Что началось-то? Столько скримеров не было никогда много в этой игре. Чего они все кучей ко мне пришли? Да хватит шелестеть-то нормально. Все у нас с тобой. Нарисуй чуть на бумажке. Или подожди, или все-таки я пытаюсь понять, возможно, это она один и тот же символ дорисовывает постоянно. А, кстати, на этих дверях смотрел? Да. Дорисовывает постоянно, и типа, возможно, она в конце концов нарисует мне правильный полный символ, но в этом пока ничего не понятно. Об этом пока ничего не известно. Так, что мы делаем дальше? Мы ее, по-моему, что мы делаем? Секундочку. Да, глютеральдегидируем, хорошо. Глютеральдегид, поехали делать его. Бляха, как же мне сейчас просто вообще невозможно. Что за дела? Почему так страшно с самого начала? Глютеральдегиды. Так, третий. Да. Четвертый, хорошо. Да это он, вот это он 100%. Так, хорошо. Я все равно, я сейчас попытаюсь довести вот это вот дело до конца. А потом мы, соответственно... Так, хумикант. Потом мы, соответственно, попробуем выходить на хорошую концовку. Попробуем, по крайней мере. Так, и секретный ингредиент вот этот вот. Поехали. Ага. Так, теперь нам нужно вставить в нее скальпель. Зачем? А, ее, наверное, нужно этот, как ее? Разрезать, вставить в нее провода. Да, вставить провода и потом начать запуск, правильно? Бляха, я уже боюсь просто ходить тут везде. Так, трокар. Нет, вот летинг стрип.
Я понял, хорошо, ладно, надо все-таки взять это с собой. Расширитель нам нужен какой-то, ножницы, щипчи, вот это вот. Вот это нужно. Окей, значит, раз, артерий, вот этот, PCV тюбинг. Хорошо, поехали. Почему оно не запускается опять? Engage pump. А, все, заработало, окей. В прошлый раз такого не было. В прошлый раз у нас это зависло и не сработало. Нам, по идее, остался последний символ найти. Где бы его найти, не ясно. Но все-таки я считаю, что это не она. Я все-таки думаю, что это, скорее всего, тот, вот, которого я вытащил. Потому что на него прям все намекает. У него еще и стучит постоянно. Отдельно даже его крышка. Короче, хрен его знает. Этот четвертый символ мне не дают. Ждем тогда, пока спустит. Три символа есть. Четвертый, возможно, появится после всего вот этого. Все? Да, все. Turn off the pump, remove tubes and close insections. Remove tubes, хорошо. Ага. Ага. Все? Окей. Да. Резервуар back with cavity fluid. Так, резервуар back with cavity fluid. А вот это я не помню, кстати. Мы до этого что-то давненько не доходили. Резервуар помп вискивити флюид. Это какая-то бутылочка должна быть, правильно? А, вот она, все окей. Вот это вот. Вот это вот. Подожди, в смысле? Не понял. Then insert trocar. А, into abdo... Все окей, вспоминаю. Начинаю вспоминать. У меня есть, да, уже хорошо. Ага. Так, ладно, поехали. Ну, куда-нибудь дать. Я не знаю, что случится. Возможно, случится страшная концовка сейчас. Потому что мы, по факту, ничего толкового, кроме трех табличек, не сделали. Значит, мы это будем делать в следующий заход. В следующем заходе, наверное, это получится сделать. Просто мы сейчас начали делать с тобой правильные вещи уже практически в самом конце, когда уже головой поехали окончательно. Окей. Так, я все-таки попытаюсь... Ай, да хорош! Прекрати нахер это делать со мной! Что ты делаешь? Зачем ты мне это делаешь постоянно? Скримеры эти гребаные! Хорош, завязывай! Иди же, серьезно, хорош! В одной... Сколько прошло? 17 минут скримеров больше, чем за прошлые две серии! Прекрати это делать! Ох... Так, ладно, микс-клинерс, поехали. Поехали, смешая, смиксуем клинерсы. Какие же они, бляха, внезапные здесь. Это просто нереально. Это просто нереально, абсолютно нет. Так, все, клинеры бейс заделали. Я не буду ходить с шифтом, шифтом слишком страшно. Меня прям дергает, серьезно. Они такие страшные дают мне картинки. Я надеюсь, хоть одна картинка появится мне на превьюшку, чтобы было прям прекрасно. Так, танк-клинер. Нет, вот так сначала. Ага. Окей, танк клинится. Микс... Apply monstroid to fix... Так, это окей, салфеточка пошла. Салфеточки где? Подожди, а где... А, вот они, монстройзер бак, окей. Блин, ну нету у меня, я вот с табличкой хожу, и ничего не происходит совершенно. Нам нужно закончить вот это вот, вот этот диск с правильным, с правильно выложенными именами. И, соответственно, положить и сжечь. Но у меня нет... Да что такое, что? У меня нет... Это, скорее всего, она сейчас сходит с ума. Так, нового она ничего не нарисовала. Все теперь, можно вести? Я не вижу ничего вообще. Ну, давайте, наверное, протирать ей лицо пока что. Короче, елбалм — это, оказывается, бальзамирование. Как оно странно звучит, на самом деле. Так, ну прошло сохранение, хорошо. Прошло сохранение, символ не изменился. Дальше. Дальше нужно просто отвести назад. Вот сейчас будет страшно. Вот сейчас определенно... Там, я понял, я пошел. Я проиграл или чего? Да, я проиграл. Мы эту концовку, я так понимаю, видели в демке в какой-то. Вот этот вот бесконечный коридор. В конце какой-то мужик. Говорит страшным голосом страшные вещи. Вот это вот, этот бог тебя оставил. Да, это концовка из демки. Но там стоял мужик. Дай превьюшку мне. Да куда ты полетела, серьезно?
Ха-ха! Вот он! Вот он, другалек, мой друганчик, друг. Ну хорошо, здесь качество было нормальное, в принципе, приюшка, наверное, ему такая подойдет. Вот, отличный. Отличный пацан. Все, я поехал домой, правильно? Меня выпустили, я поехал домой. Смену я закончила, все у меня нормально, я все сделал, я поехал. Сейчас можно, 100%. Это одна из концовок. Нет. Ладно, возвращаемся назад. Так, что у меня с записками? Записка не меняется. Я имею в виду вот этот карандашный символ, который я клею, он не меняется. Дайте мне еще один символ, пожалуйста, ребята местные. Дайте мне последний символ. Мне надо, чтобы он у меня был. Если он у меня будет, все будет прекрасно. Так, это у меня откуда? Это вот отсюда было, да? Да, она была отсюда. Хорошо. А кто ее вообще закрывал? Я же, по-моему, не закрывал. Вот сейчас будет... Не понял. Ретурн... Ну, и что? Не понял. А, Юс Курви. Вот здесь, что ли? Ага. Все прекрасно. Все окей. Но я не понимаю, когда настанет концовка, на самом деле. Допустим. Езжай. Это не ты. Не ты мне нужна 100%. Ага. 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 Нужен он. Вот 100% нужен он. Вопрос, где найти последний символ? Давайте, хорошо, давайте сделаем вот что. Давайте я сейчас на него это дело просто... А что такое? Давайте я на него просто что-нибудь положу. Сейчас вообще любой случайный символ. Тыкну, положу и... Сидит, ебать, гопота. Что ты там делаешь, бля? Подскажи мне символ последний. Что ты ушла? Подскажи мне последний символ. Хорош. Так, ладно. Мужик, какой последний символ тебе положить? Скажи, пожалуйста. Блин, а ты у меня помечен весь, секунду. Я с тобой ничего не буду делать. Давайте возьмем. Окей, да, какие у нас есть? Давайте смотреть. Крючок БХ. Ищем такой подходящий какой-нибудь. Крючок БХ. Да ё-моё. Крючок Б и Х, смотрим. Крючок Б и Х. Так, это не то. Не то, не то. Окей, значит назад. Значит второе смотрим, вот этот вот. Индивидуус, крючок Б, Х. Вот, крючок Б, Х и вот это вот непонятная какая-то спиннер, блядь. Окей, значит это спиннер. Больше других вариантов здесь нет, вот это вот хуйня. Все окей. Take mark, погнали. Погнали, положим. Куда ее положить? Как тейк-марк мне сделать? Марк. О! Все, прекрасно, тебе пизда. Поехали. Я, кстати, выиграл, это хорошая концовка. Да не надо ты мне, пошли. Поехали со мной. Поехали, я покажу тебе, где тебе будет повеселей. Ну. А все! Да-да-да, я уверен, что это правильный, уверен. Ишь ты, блядь, как ты запаниковал, ты посмотри. Как он запаниковал, собака, ты посмотри. Ебать, он запаниковал. Сышь, тварь, да? Все, до свидания, убери вот это вот. До свидания, удачных, там сказать, этот, как его, веселых тебе выходных в аду, сучара. Да? Угадал! Все, смотри, аж дорогу нарисовали на земле, иди, говорит, в машину. Стой! Куда ты ползешь? Куда ты ползешь? Ты не должен выползти на тебя! Вот! На тебе секрет раствор и секрет марк, алло! Профессор идет. Доброе утро. Хорошо, что что-то поменялось. Реймон? Я полагаю, первое имя базисное в порядке. Я это сделал? Все закончилось? Ну, сейчас, да. Но никогда до конца это не заканчивается.
Я так счастлив, что я здесь. Я знаю, что это тебе немножко опешило, ты, короче говоря. Тебе нужно использовать, и ты должна немножко отдохни. Каждая ночь будет разной. Я думаю, я в порядке. Ты уверена? Ты выглядишь какой-то потерянной. Да, я просто ждала так долго, что... Что ты? Ты выбрал не того демона, Ребекка! Ребекка не здесь теперь, ёбаный ты идиот! Я все, короче, твою душу, твою вплоть, твою выпью из твоего полностью там и кадра. Старый ты кусок дерьма, я здесь! Балерун, как он легко согнулся во всех положениях. Так, ну и смех, соответственно. Так, значит, я неправильно что-то выбрал. Он успел завладеть. Впусти, он написано. Так, концовка 3 из 5. А, шифт, каких-то собрал каких-то шифтов 1. Время какое-то... окей. Сгорелось тела там... 3, 1, я понял. То есть у меня есть третья концовка. А как получается... А, шифт это, наверное, проход имеется в виду. Шифт это заход. То есть у меня заходов... заходов завершенных 1... время посессит какой-то, не знаю, что это такое. Демонов изгнано 0, телов бальзамировано 3, сожжено телов 1. Окей! Поехали дальше. Получается, сейчас мы будем идти на другую концовку. Бляха, но эта серия прям страшная была с самого начала. Меня сейчас откуда закинет? От приезда к первому трупу, правильно? Да, от приезда к первому трупу. Хорошо. Это выключись, это я поехала. Да, where is my case? Вот они. Ну теперь-то мы уже все, теперь мы с тобой все знаем. Че куда, че зачем, в машины не убегаем, скримеров не пугаемся. Все красиво, четко, мы выиграли в прошлый раз третью концовку. Третья концовка, не пятая. Самая плохая, наверное, пятая, да? Ну типа первая хорошая, пятая плохая. Наверное, как-то так. Так, машинку закрой. Так, короче, господа демоны, вы, собственно, можете прямым шагом сейчас, прям, блядь, строевым, можете идти нахуй, потому что я иду эмбалмировать ваши тела. Здравствуй, кто такое, что такое? Так, это взял я, окей, это мне пригодится. Дальше, это сразу открываем, это сразу загружаем, назад, все, погнали, никаких приколов, все нормально. Бумажку мне быстро дали, с бумажкой я буду ходить всегда. Есть такое дело, погнали, опа. Идем эмбалмировать первого, соответственно. Первого нашего пациента. Все страшное в этой игре мы видели. Нас абсолютно не понял, почему теперь вы в центре. Не знаю. Джордж Халварсон. Так, поехали, Джордж Халварсон. Ты едешь со мной. Сейчас, Джордж Халварсон, сейчас я приеду. Я забыл твою каталочку. Все, я везу тебя в каталку. Поехали. Юз Гурней. Гурней едет. Все, а страшного что может быть? Страшного только внезапно появляется. Здесь скримеры отвратительные, они молчаливые. Они, вот в этом, короче, соль, в этом смак весь этих скримеров местных. Они появляются молча, и это обосраться как страшно. Просто знаешь, ты не слышишь. Когда ты слышишь звук, ты уже подсознательно готовишься увидеть что-то страшное, потому что, понимаешь, что-то страшное есть. А когда ты звук не слышишь, ты поворачиваешься, ты видишь что-то, потом до тебя доезжает, что это что-то не то, что должно здесь быть, и тебе уже начинает, вот это вот начинается сраная паника. Вот оно вот так вот работает, прекрасно смотрится. Так, поехали. Поехали, помчали. Тебя я не закрываю. Глаза закрыл, быстро. Кстати, написали мне в комментариях тоже, вы же написали, это эти профессиональные тоже морговые работники, скорее всего, есть. Оказывается, что труп... Он изначально мягкий, потом через какое-то время он дубеет, а потом он почему-то опять становится мягким. Вот как-то так мне написали в комментариях. Не знал об этом, не думал даже никогда. Так, ладненько, поехали смотреть. Поехали смотреть. Ротате. Нихуя. А ротате. Соответственно, то же самое. Здесь еще поехали руки смотреть. Ротате. Ротате. Нет никаких отметок. Хорошо. Здесь отметка есть, какие-то прыщи, ротате, здесь пусто, нога, прыщи, ага.
А почему они уже горят, как будто я их помечал? Блин, а я их такое чувство уже помечал, потому что они не горели тогда этого. Да не мигай ты нахуй. А, нет, окей. Может быть, просто я конкретно на этих трупах все это уже видел? Видишь, они подсвечиваются какой-то дымкой. Непонятно почему. Так, ну ты не убирай бумажку-то, пожалуйста. Сейчас давайте будем... Опа! Будем искать символы с самого начала. Ага. Так, это... Двойка какая-то. Двойка Z. Окей, поехали. Посмотрим, такой сразу положим. Надо, я не понял... Я не понял одного. Как именно по трупам определять что-то? Так, где это вот, хорошо. Я все-таки думаю, что порядок именно в значении никакого не имеет. Просто кладешь по кругу как угодно, и все. Так, ладненько, давайте заполним. Джош Халварсон, 54 года. R-Arm. R-Arm, L-Arm. Кстати, вот так проще. Здесь берешь, а потом туда просто переносишь. L-Leg, L-Leg и R-Leg. Окей. 4 из 4. Садми подтвердить. Бумажку, пожалуйста, мне бу... А, бумажка сожглась, идти-то. Как же она так сожглась? Окей. Короче, на трупах должны быть, я так понимаю, вот такие вот метки. Ну-ка, закрой, нахуй. Да не бэк, блядь, а закрой. Night Shift. Ну, конечно. Сейчас, я пока не понесу первый отчет. Сейчас сначала разберемся со всем, потом уже отчет понесем. Так, Full Access. 690-414. 690-414. 690-414. Что такое пароль-то длинный? Вот, значит. А, так это, в принципе, в начале было все меню, что ли? Домой. Это типа быстрые ссылки, а это ссылки отсюда. Давайте вот это просто переведу. Вот оно уже написано здесь. Смотри справа. Пути изгнания, судя по всему. Давайте я прямо здесь их просто переведу сейчас. Прям специально с помощью камеры. И мы сделаем просто гораздо быстрее это все. Сфоткать. Переведенный текст. Выбрать текст. Весь. Блин, да нахрен ты мне это делаешь? Иди, твою мать, ну какой же ты глупый переводчик. Подожди, отстань. Да, отстань, говорю, переводи. Переводи так. Значит, бальзамировать каждое тело специальным реагентом. Использую священные полоски из шкафа, чтобы попытаться обнаружить символы. Сравнивайте найденные магические символы с символами демона. Постройте метку, соответствующую имени демона. Обратите внимание на каждое тело, наличие демонической активности. Имейте в виду, что может потребоваться принести уже забальзамированное тело обратно для повторной проверки изменений. Поместите метку на тело, которое, как считается, имеет демонические эти, и сожгите... А, то есть мы должны... Окей. Мы можем еще перевозить тела назад, чтобы посмотреть, появилось ли на нем что-нибудь новое на этом теле. Демон сидит конкретно в одном теле. Все понятно. Теперь все становится ясно. Стало гораздо понятнее. Если бы я знал, что в этом компьютере есть, блядь, пособие по тому, как играть, нахуй отсюда ушел бы, и не пришел больше никогда. И не приходишь туда никогда. То было бы гораздо проще. Так, это положил. Пугаемся только скримеров. Все, больше не пугает. Нас больше ничего напугать, в принципе, не может. Дальше что? Дальше вспоминаем, что нам нужно делать. Дальше Needles Injector. Это не то. Так, это сразу возьму, пригодится. Вот это сразу возьму, пригодится. Короче, на каждый заход по одному этому. Вот это пригодится. Вот это пригодится. Вот это пригодится. И сразу вот это пригодится, тоже возьму. Тут ровно, смотри, ровно влазит. Больше, по-моему, мне ничего не надо. А, еще вон тот пакет. Ага, окей, он не берется. Ну хорошо. В принципе, на первый раз я сделал все. Поехали смотреть. Будем проверять наличие новых... А, у нас получается каждое... у нас же каждое тело занесено в нашу базу данных. Мы можем, по идее, проверять наличие новых меток, скорее всего. Но либо новых, либо именно демонических, которые какие-то, вот, знаешь, особенные. Да, блях, как это неудобно делать.
Ну началось, блядь, началось. Началось! Кого ты, что? Это не я! Отошла отсюда быстро, ушла, уходи. Что, блядь, куда уходи? Мне не... Ты думаешь, мне страшно? Мне не страшно. Она такая, что, страшно? Нет, не страшно, мне сейчас вообще не до тебя, отъебись. Так, а, подожди. Дай пройду. Дай пройду! Бля, не дает. Ладно, посиди здесь одна. А ты какая, смотри, собака. Блядь, светник. Что тебе от меня нужно? Что тебе от меня нужно? Все, уходи, молодец, все, съебалось. Зашли, я тут ни при чем. Чем ты меня хочешь напугать? Ага. Боишься? Он боится, блядь. Он боится, что я все уже примерно знаю. Что я все уже выяснил про него. Ну, конечно. Я теперь знаю весь порядок действий. Тебе пизда. Так, с двери мне не закрываем. Я контролирую каждый проход. Я контролирую все в этой игре. Ясно вам? Нет? Так, что с тобой? Айкэп, поехали. Чашки для глаз. Оп, оп, right. Хорошо. Дальше что? Дальше, по-моему, нужно наливать, да, глютаралдегиды всякие, поехали. Значит, это закрыл, это открыл, это взял. Почему I can't hold anything? А, бляха, трубы эти. Так, подожди, надо куда-то убрать. Вот сюда, брошу рядышком. Так, дроп. Ага, пусть лежит здесь. Так, глютаралдегид, поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Так, не забываем. Опа! Рядом. Где-то прям рядом. Опа. Так, это буква L с точкой. L с точкой сверху. Вот она. Хорошо. Эл, спасибо, спасибо за подсказку. Так, Эл с точкой сверху. Что мы делаем? Мы делаем секретные ингредиенты. Секретный, секрет реагент. Поехали. Подожди, а может быть в каждом трупе по демону лежит? Нет, все-таки не. Все-таки смотри, давай с тобой осознаем правильный порядок действий. Если он будет неправильным, в комментариях у меня напишите. Как выглядит порядок действий правильный в моих глазах? Мы елбалмируем трупы. Мы во время елбалмирования трупов собираем по стенам значки. Вот здесь, на колесе, неважно, в каком порядке будут поставлены найденные символы. То есть мы просто потом найдем в компьютере табличку со всеми четырьмя символами. Неважно, где там они, по какой часовой стрелке они там перевернуты, в каком порядке. Кроме этого, мы находим эту метку, мы находим правильное имя. После этого... Мы должны, по идее, все трубцы назад перевести, посмотреть плюс-минус на наличие новых на них найденных отметок, которых не было, демонических. И когда мы точно знаем, что это именно тот труп, мы кладем на него метку и везем его сжигать. Все, хэппи-энд, победа, ГГ. Если это правильно я делаю, то значит правильно. Если я что-то думаю неправильно, в моем порядке действий что-то не то, что нужно для победы, вы мне в комментариях об этом напишите. Окей? Все окей. Так, реагент. Чего я его не взял-то? Возьми. А, уже взял, хорошо. Ну, я просто отвлекся, пока все это дело вам объяснял, разъяснял. Кто опять закрыл дверь, блядь? Кто закрыл дверь? Алло! Так, раз. Дальше как раз-таки вот это мне нужна сейчас. Окей. Значит, разрезаем вот это дело. Вставляем щипцы. Вставляем трубки. Запускаем сжиживание. Где карточка? Окей. Ищем, пока стекает молодой человек, ищем очередной символ. Так, а почему я не взял блокнот? Мне же нужно записывать мое сумасшествие. Так, ну пока что-то начиркано, просто хуйня какая-то. Блин, мне вот реально, почему я в прошлый раз не нашел один символ? Все же было в порядке, все же было нормально. Почему этот символ я не нашел? Все выключилось. Так, дальше. Turn off tubes and close injections. Ага. Поехали. Так, раз, два. Окей. Дальше что? Порядок действий какой у нас? Напомню, резервуар бак. Ага. Ага. Дальше. Вот это вот дело мы все делаем. Такое я уже взял. Ага. Вот это что сейчас происходит? Вот это сейчас происходит бальзамирование как раз-таки.
Типа мы сейчас в него, наоборот, что-то в этого... А, подожди, по идее, да. Смотри, нарисован мешок, и у этого мешка, типа, содержимое исчезает. Значит, мы сейчас в него, наоборот, вливаем. Я до этого момента думал, что мы с него всасываем. Хотя мы до него сосали до этого, блядь. Непонятно, короче. Ну ладно. То есть мы сейчас в него... Мы слили кровь и заливаем в него этот, как его... И заливаем в него специальный раствор, чтобы он не гнил там, ничего-то это вот, ничего-то вот это все. Так, раз, хорошо. Раз, хорошо. Но опять начинаются глюки. Хотя с чего бы вдруг им начинаться, непонятно. Так, мы сейчас чистим. Да, мы сейчас чистим. Так, это мы чистим. Чистим и одновременно ищем еще какой-нибудь значок. Ну смотри, на первом же, по идее, трупе мы нашли два значка. У нас еще есть два трупа, чтобы найти остальные два значка. Мне, наверное, лучше их даже не закрывать. Хотя нет, мне кажется, что лучше их закрыть, потому что тот... А почему я же просто это не отгадал-то? Я просто неправильный значок, наверное, положил. Труп-то я, наверное, точно отгадал. Значок, скорее всего, я неправильный положил. Ну да ладно. Разберемся с этим в этот раз. Так, товарищ, красивый, молодой, блестящий. Можно тебя отправлять, так сказать, в эти... В лучшие миры. Поехали! Поехали со мной. Ну, на этом страшного ничего нет. На этом все, в принципе, более-менее адекватно. Странно, что они не с первого ящика в этот раз начались. Ладно, заезжай. Закрывайся. А я за другим. За соседом, так сказать, твоим. Сосед! Выезжай. Пришло твое время. Да-да-да. Кто там? Блять, наверное, ребята молодые балуются. Я сейчас побалуюсь, блять. Сейчас забальзамирую нахуй, ходить не сможете меня. Стучат они тут ко мне, ты посмотри. Эх, дурачки такие. Так, поехали со мной. А что сегодня одни пацаны? Где девчонки сидят? Что не так? Что по времени, кстати? Надо заканчивать. А давайте, наверное, и закончим, а что бы и нет. Вот так вот приехали. Как раз автосохранение прошло прекрасно. Можно, в принципе, на этом и чуть-чуть завершить. Я сейчас буду записывать вторую серию подряд. Все-таки пытаться выходить в нормальную концовку. А вы уж мне пишите все равно, правильно ли я перечислил порядок действий, который я осознал и понял. И если он правильный, то значит мы сейчас придем к хорошей концовке. А если нет, то значит к хорошей концовке мы придем только потом. На этом, собственно, все. Это наш следующий пациент, и на нем мы начнем как раз-таки следующую серию. А пока что, ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, на телеграм, комментируйте, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик, ставьте там все уведомления. И всем встречи в следующей серии, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.